Всем привет, ребят. Ну что, так, я еще на основе своей, на русском, бывшей основе на русском сервере. Смешно, конечно. Поехали на английский сервер. Битва гильдий. Посмотрим, что же мы сегодня сможем набить на миллионе силы. То есть у меня, как видите, лям. И мы попробуем сейчас затащить. Конечно, тут, наверное, меня попроходили, потому что мы трешевали над подземками довольно-таки долго. Да, тут, конечно, полным ходом, но я думаю, подземки этого стоили. Так. Сейчас я поменяю героев обратно, плюс-минус расставлю. И пойдем посмотрим, что мы сможем получить на битве гильдий на лимоне. Так, ладушку тыкаем, чтобы не так просто им было. В общем, чем дальше, тем скажем так, веселей. Качать нечего, проходить. Осталось только восьмые эти кошмарки, герои заканчиваются. В общем, будем переходить на другие игры. Так. Поставим так, чтобы не слиться. Надо же все-таки топ взять. Идем старым, простым способом. Уже просто поздно, не хочу заморачиваться. Так. У нас кен. Если бы пусть будет такое, живо поставим. Ой, конечно, подземки — это ужас. Не знаю, зачем такое добавлять в игру. Разработчикам видно виднее. Они в надежде, что кто-то будет их проходить. Наша новая мохнатка. Попробуем ее в такой сборочке. Так, в принципе, ей тут этот не нужен. Поставим вот так. Кого еще возьмем? Нубис. Ворожей. В принципе, думаю, нам тут больше никто и не нужен. Должны мы затащить тех, кого надо. Просрали, конечно, мы битву гильдий, наверное, скорее всего. У них человек прошло. Тут еще нормально. Ну, я выставлю деф, но вряд ли. Так, окей, поехали. Смотрим. 570 540, этих пропускаем. 490, значит, бьем. 540. Так, что у нас тут интересного? Есть, нету? Да, есть фрай, отлично. Сейчас мы затащим, попробуем огником затащить, если получится, конечно же. Пошел. Ну ладно, пусть идет на Анубис. Ох, нифига себе, видали? Это просто ужасно, ребят. Надо цепа, наверное, брать. Ладно, попробуем отсюда запустить. Хотя, если мы сейчас к ворожаю дойдем, то, думаю, и не надо. Так, зарядили мы уже фрейку. Ну, опасно, я вам скажу, опасно. Зеленый смотритель против нас. У меня смотрителя вообще нет. Ну, пробуем. Вот видите, чуть-чуть не хватает. Буквально чуть-чуть от максимального цепа не хватает, чтобы добить башни. Но это не есть проблема. То есть там не стоит сильно заморачиваться, если вы переживаете, что там все вкачают. Я уже показывал не раз, что проходится все очень легко. Ну, конечно, я огником бегаю. Можно Ронина взять. Без проблем все затащить. Но в таком случае, вот как я сейчас прохожу, лучше брать с собой цепа. Потому что сейчас вот могли бы дослить очень быстро его. Вот видите, три здания осталось. Попробуем мохнатку запустить. 98%. Кстати, могут герои не добежать. Может быть.
Давай, Орник, тащи. Надо кого-то такого ставить, кто бы кидал минки. Ну, попробуем. Смотрите, как Махатма побежала. А все-таки его слили. Видели? Последний момент. Но она прикольно бегает. Сейчас попробуем ее запустить. На кого-то поставим на всякий случай на добивание. Давайте на Анубиса поставим. Сделаем вот такого и поставим сюда цепа. Мало ли. Ну что там у нас получается? У нас получается в районе 10, ну 9 от 9, я говорю, 10 от 9 тысяч. Я набью. Так, это новый рекорд будет. Такс. Поехали. Поехали отсюда, топы завалим. Ну, как видите, раз-то... Уж никакой роли не играет. Так, есть фрей, есть, отлично. Вот вообще отлично, когда есть фрей и можно выманить ее этих. Там еще ладушка, супер. Больше ничего не надо. Единственное, что в таком случае лучше ставить цепелину феникса на кого-то другого, начинать с феникса, а потом цепелином добивать. Ну, сейчас попробуем, посмотрим, что с этого получится у нас. Есть у нас еще в запасе Анубис. Ну, смотрите, ровненько сливает по чуть-чуть. Опасно. Тут можно даже так, чтобы быстрее дело это было. 69%. Ну и слиться так тоже очень быстро можно. Ну, смотрите, он еще ближе добрался. Все, ровненько слили. Опасно. Это было опасно. Посмотрите, что делает Махатма, жесть. Вот 98%. 100. Все. Опять у нас пропал только, получается, один огнит. Так, окей. Поехали, следующий. Я опять зашел по привычке сегодня на подземке. Так. Что тут у нас? Тут вообще нету ее. Значит, пробуем так. Тут должно быть, наверное, попроще с одной стороны, с другой стороны может и посложнее. А раз-то очень такая неудобная, возможно, на первый взгляд. Вот видите, нифига себе, лазуря даже не включается. Подстава от лазури. Интересная раста, кстати. Что-то мне интересного есть. Сливают. Хорош. Вот опять стрелок. Разглинда. Интересно посмотреть на Розалинду. Смотрите, ничего себе. Фрэнки. Такие раста лучше проходить уроненным. Либо где-то кидать отсюда. О, ничего себе. Серьезно. Серьезная заявка на победу. Придется Ронина доставать, что ли. Эти вообще без шансов. По-моему, в топ не входит. Это чувство, когда бабуля просто заходит и говорит, ну приветики. Ну привет, ребятушки. 23%. Ну, чуть-чуть включись. Блин, обидно. Круто, круто, конечно. Но видите, что делают. Это даже Unreal. Так, а что я выпустил их? Так, ладно, идем на слив. Он слива минимальный. 61%, ребят. 61%. Как же быть? Что ж делать? Затащим, не затащим? Как думаете?
Все-таки это возможно слив. Вы подумали, да? Так. Окей, есть. Поехали дальше. То есть, как видите, ну, заморачиваться вообще нет над чем. Ну, неинтересно битва килли. Я надеюсь, они в следующей обнове, помимо того, что ведут по-любому нового героя, добавят нам какое-то изменение. Вот они доказали, что они могут назад менять. Добавят какое-то изменение по поводу... Так, что тут у нас? По поводу битвы гильдий. Хочется уже этого увидеть. Многим хочется. Уже надоело просто. Так, красава включился. Отлично. Так, где-то отсюда можно мохнатку, думаю, зацепить. Бля, мохнатка это просто жесть. Что она творит? Бабуля просто топчик. Девяносто процентов уже. 100. Так, окей. Что там у нас? 7, да? Ну, еще одна попытка. Давайте любого там зафармим. Потому что мне надо забежать в шопинг спри. Наверное, не успею, скорее всего. Ладно, пофиг на шопинг спри, с вас лайки. Ну, кстати, неплохо. Смотрите, как лазурь... А, чуть-чуть не хватило. Чуть нам не хватило. Обидно. Надо брать с оживой максимально. Так, 37% отсюда есть. Отлично. Отсюда закидываем урника. 47. Интересно, интересно. 50% уже есть набито. Сверху кидаем Махатму. Она сейчас в любом случае там нормально, кстати, надамажит. Ух ты, ничего себе. Видали, как Фрэнки ударил? Или кто там был? А, не Фрэнки, это вообще просто ослепление. 85%, ребят. Анубис на две тычки и все. И, в принципе, вся битва гильдий. Так, и что мы имеем? $9074. Вот так вот. Новый топ. Конечно, у меня есть сила. Соответственно, как видите, просто жестко. Ну, блядь, почти 10 тысяч за битву гильдий. Говорю, почти 10. Ну, девятка. 9 это не 10, но ближе к 10. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно лайк лепите. Я ради этого пропустил шопинг спри, чтобы вкачать еще больше силушку. Всем удачи, всем пока.